Итак, я уверен, что в настоящее время многие наблюдают за происходящей отвязкой биткоина между S&P 500 и биткоином. И это движение, ребята, происходящее последние несколько недель, является одним из самых убедительных доказательств этой отвязки, которую я когда-либо видел. Но не спешите и позвольте мне все объяснить. Корреляцию между S&P 500 и биткоином я изучаю многие-многие годы, фактически ежедневно. И я никогда не видел доказательств случившейся отвязки. Обычно движения происходят синхронно. Но многие могут сказать, например, что «посмотри, у биткоина здесь был флэт, а S&P поднимался вверх, корреляции не было». Но вы упускаете то, почему биткоин провалился, а потому что S&P развернулся. Видите, есть корреляция, биткоин удержал поддержку, потому что S&P поднимался, а затем рухнул вместе с S&P. Шли вверх, потом вниз, опять вместе вверх, и обычно это все одинаково. Китайский СНС, да неважно, корреляция была всегда. Обычно, чаще всего, на недельном таймфрейме. Но, ребята, посмотрите вот сюда. Посмотрите на то, что было до этого. А теперь сюда. Это определенно один из самых очевидных моментов отвязки для биткоина, которые я когда-либо видел. Это серьезные вещи. И таким образом тезис, который я хочу сказать, заключается в том, что... У нас есть ETF BlackRock, который может заставить поверить Уолл-Стрит во всю эту историю о биткоине. Биткоин может только в том случае реально отвязаться, когда киты с деньгами поверят в эту историю. Таким образом, BlackRock может стать ключевым событием в том, чтобы биткоин стал некоррелирующим активом, или активом с меньшей корреляцией, или же активом, у которого отвязки будут происходить чаще этого доказательства для того, чтобы сказать, что мы отвязались навсегда, недостаточно, пока всего лишь это длится две недели, ведь для того, чтобы утверждать у полной отвязки, необходимы данные продолжительностью в год, верно? Ведь если мы с вами посмотрим на историю, мы видим, что всегда происходили очень похожие вещи, абсолютно всегда, а здесь бум, торчит так, будто это черри на жопе. Но при этом не забывайте, скажем, имеется крупный держатель биткоина, у которого, допустим, есть открытые позиции на фондовом рынке. Позиции, по которым результат неважный. И ему необходим капитал для того, чтобы обслужить эти позиции. И он может продать биткоин, чтобы обслужить эти позиции. В итоге вы увидите, что корреляция снова в деле. Так что вы видите то, как биткоин воспринимается, то, каким они его видят, эти крупные игроки являются ключевым фактором. Это самое важное. И вероятность небольшая того, что биткоин отвяжется сейчас и навсегда. Это навряд ли. Потому что если фондовый рынок начнет крайне сильно перепродаваться, это тоже повлияет на биткоин в какой-то степени, на то, как люди будут принимать решения. То, как я говорил, управление плохими позициями кто-то может взять и сделать огромный дамп что, возможно, вообще не приведет никакой отвязки, так как неделя закроется внизу. Поэтому нужно будут годы данных, чтобы узнать наверняка. Но, ребята, это довольно эпично. Это ошеломительно. До встречи и всем пока.